Поздравляю тебя с открытием сезона. Друзья, мы идем на реку, на открытую воду. Именно по этой причине в руках у этого молодца не ледобур, а два спиннинга. Нашли такую вот снегоходную дорожку. Она, конечно, периодически проваливается. Но таким ребятам это нипочем. Мы не сдаемся. Погнали его. Добрались до еще одной точки. Щучка пока отказывается клевать. Сейчас попробуем на отводную оснастку, отводной поводок, окуню половить. В прошлые годы здесь бывали веселые рыбалки. Что будет в этом году, сейчас мы узнаем. Тут ямочка такая после переката. И затишка. Щучка брала, вот знаешь, вот там на стремнине. Там гребень какой-то, а вот здесь ямка под берегом. Хороший год, тут 3 метра она была. Ну, сейчас поменьше. Меньше, вроде, как будто так же, но меньше, да, все-таки? Да, ну, знаешь, есть такой шанс, что при нынешнем вообще низком уровне воды любая ямка будет в каким-то местном притяжении. Сейчас мы об этом узнаем. О, весна, классно. Да, я вчера из окна выглядываю. Снегопад такой идет. Ёлки-палки дома, как же мы поедем? Зима-то все не успокоится. Фу. Жарко. Бр-бр-бр-бр. Все, ребята, октябрята. Пришли с Вовкой на окуневую точку. Сейчас попробуем на отводную оснастку. Такая вот неделина. Как она, Вов, называется? Би-би-би-бук-баг. Би-би-би-баг, наверное, да? Жучок. Но хотя бы окунишко половить. Ну тогда весело тут с тобой, помнишь, натаскали? Вообще. Я в видео даже этот мешочек вставлю на фотографию. Можно? Некрасивый такой. Опа, была поклевочка. Ну, слабенько, конечно. Очень легкая. Алан! Вот он! Ура! Ура! Нормальный окунь! Кстати, вот он как заживал. Красивая рыба такая, неплохая. Окунишка. Надеюсь, половим сейчас. Есть? Есть? Давай сюда его тоже в кадр. Вовка, здорово. Первые рыбы. Класс. С воды. Есть? О. Да, это, смотри, жадно. Да, вообще жадно берет, ага.
Ну, молодец еще. Далеко кидать не надо. Тут самая ямочка, походу, тут под кустами, да? Оп. Да вот. Вот он, да, прям он брался, видно. Недалеко. Ух ты, ничего себе, хороший. Опа, да прям под берегом. Вот такой вот лаз. Конец, у нас рыбалка идет. Здорово. Так, левочки. Хорошие окунишки-то не стесняется, да? Заглатывает, нормально, активно. Есть? Мелкий совсем. Ну, тоже хочет. Я малек выпрыгнул там. Бодро скачал. Есть. Такой нормальный. Кунишку пойдут на сковородочку. Немножко возьму пожарить. Давно свежей рыбы не ел. Ты как, одобряешь, нет? Окуня-то? Да, жареного. Ну, да. Опа, щука ловко походу. Да, наверное. Или окунь хорошенький, или щучка. Ужас. Крокодил, ребята. Такая вот. Пускаем. К сожалению, утренний клев окуня быстро закончился. Но мы с Володей совсем не расстроились. Разве можно быть чем-то недовольным, когда такая погода, и ты на первой своей рыбалке весной на спиннинг? Мы пили чай и вспоминали события этого утра, когда по пути на рыбалку мы встретили двух норок. На этой фотографии видно, как норка отвлеклась на объектив. А затем мы видим вторую норку. Она догоняла эту первую норку. И затем они сцепились в отчаянной драке, как я думал. Я думал, что это какая-то драка за территорию или еще что-то, но местные любители природы, более опытные наблюдатели, объяснили, что сейчас у норок весенний гон, и, в общем-то, на этих кадрах запечатлена любовь, так скажем. Вот это да, ребята.
Сейчас вот эти две зверушки отчаянно дрались. Одна с другой. И одна упала в воду. И вторая упала в воду. Вообще весь берег реки был просто истоптан зверями. Мы видели очень много следов. Лосей, лис, зайцев и каких-то других зверей. На этих снимках с коптера отчетливо видны эти следы. Посмотрите, сколько их. Так, все-таки нащупал я место, небольшую локацию. Похоже, стоит некрупная щучка. Три заброса, три поклевки. Один сход, одна щучка. Вовка убежал на окунь проверить. Я уже его не дозову сейчас. Рубин. Здесь вот основная струя вот идет туда, чуть дальше от берега, а здесь крутит большая-большая братка. Вот где-то на границе течения она там поклевывает все время. Забрасывает, конечно. Вот так только. Груз потяжелее поставить, наверное. Да, тут под берегом уже смысла нет. Все поклевки там чуть подальше вот. Пробую ветки убрать. Мешали. Да? Непонятно. Смотрим. Вот она. О, ну это уже нормально. Или просто она, ну, нет, она крутится как-то. Нормально. У нее уже глаза замылились. Вот она. Есть. Контакт. Ну, что есть. Спиннинг открыт, весенний спиннинг. Все, убежал. Где-то Вовка мне тряпочку дал. Вот она. Что бы я без него делал-то? Вовки. Потрясающее место здесь. Ни одного человеческого следа мы здесь не увидели с Вовой, пока шли. А вот здесь вот постоянно овраги какие-то спускаются. Вот этот овраг, вот этот. И там видно очень такие сильно натоптанные тропы. Косули ходят, видать. Все вот здесь вот. Везде ихний помет животных.
О, ну, заброс так заброс. Есть? Ну, нормально, хоть поклевочка. Щучка, скорее всего. Опять же, не крупная, но... Ура! Ура! Уже что-то чуть-чуть покрупнее. Ёбаный. Чуть-чуть. Ну, чуть покрупнее. Ну, мне сейчас его хочет откусить. Нет, вот. Пока что самая крупная на сегодняшний день щучка. Шнурочек такой. Уже приятно было подержать его на крючочке. Опа. Пошла, пошла. Давай. До этого была еще такая же, ну, неплохая. Подержал я. Она с двойной поклевкой была. Брала. Ну вот уже что-то. Вот, поменял точку. Щучка. Такая красотка, да? Явочка на ней, на бороде, везде, в общем-то, явки. Давай. Привет. Красота. Ну что ж, вот рыбачить-то приходится. Вот так вот. Кусты. Здесь кусты. Тут кусты. Тут деревья. Так, вот спустился. Да ничего. Хорошо. Здорово. Ну что ж, друзья, вот такой была наша первая рыбалка весной 2021 года. Почти в конце марта. Долго мы ее ждали. Зима в этом году, как вы знаете, долгая была, длинная. Но вот дождались. Очень мы довольны этой рыбалкой. Надеемся, что дальше будет только лучше. Поэтому не переключайтесь. И до новых встреч. Всего вам хорошего.